Проект «Семинау» приветствует вас в столице Украины. Поздравляем всех с Днем Киева. Этому событию был приурочен чемпионат Украины по велоспорту в категории «Критериум». Сотни людей собрались на Майдане, в том числе и участники проекта коллективного творчества «Семинау». Как и все украинцы, наша команда художников поддерживает Виталия Кличко в бою против Сосновского, который состоится сегодня в Германии. Поэтому тема для писания картин будет бокс, велоспорт и шахматы. Задача художников будет объединить в своих работах все эти три атрибута человечества. Конечно, соблюдая правила Семинау. А именно, вначале мы выбираем лучших художников и формируем команду с помощью вот такой вот кепки. Девушка, мы хотим вас поздравить, вы становитесь членом команды художников Семинау. В дальнейшем члены команды Семинау меняются местами по кругу, дописывая картины своих предшественников. То есть вы сейчас становитесь на место своей предшественницы, своей соседки. Таким образом, мы выбрали 12 лучших художников, которые дописывают картины друг друга. И в результате мы получаем 12 работ, на которых каждый из членов команды оставил свою индивидуальную технику, стиль и настроение. Для того, чтобы попасть в проект, нужно ознакомиться с правилами и заполнить анкету. А вы дорисовывали чью-то работу еще или еще нет? Да, тут была ладья, а я дорисовал две фигуры. Вам нравится дорисовывать чужую работу или вы считаете, что лучше рисовать в одиночку? Ну, нравится, конечно, да. Что, вы испытываете какие-то новые ощущения или какие эти ощущения? Да, все мне нравится, хорошая обстановка, как раз творческая. Девочки, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Анастасия. Анна. Девочки, скажите, Анастасия, Анна, вы дорисовываете картину? Дорисовываю. И это для вас было сложно или, наоборот, легче было дописывать чужую картину? Мне всегда легче начинать сначала. А нет, мне наоборот. Всегда интереснее исправлять чьи-то ошибки. То есть вы увидели задумку художника и вы решили внести свои коррективы? Да. Именно... технологические коррективы, потому что задумка была хорошая, а сам техника была не очень такая. А может, вы объясните некоторые нюансы, что вы тут исправили? Нашим телезрителям будет интересно узнать. Ну, во-первых, доска была совсем не в перспективе, и сливалась с небом, и с листочком, и с фигурой шахматной. Мы выделили более основные элементы картины, это еще чуть не выделили, но выделим. Вот, и в принципе задумка тут, что Украина победитель, это Кличко. Сражается, небось, с соперником черным. И всегда добро побеждает зло. Замечательно. Маш, скажи, пожалуйста, а что вы нарисовали? Мы нарисовали клумбу цветов, там, где фонтанчики, вот деревья. Так, замечательно. А вы знаете, что сегодня нужно будет рисовать еще велосипед, бокс и шахматы? Вы сможете это нарисовать? Мы будем стараться. Все, договорились. Успехов вам. А вы можете рассказать телезрителям идею, задумку своего творения? Как вы видите, наверху у нас находится небо, очень светлое, хорошая погода, приятная.
Вы будете сегодня болеть за Виталия Кличко? Конечно, будем. И это ваша работа, это является как поддержкой, я так понимаю? Да, конечно, посвящена бою будущего. А вы смотрели сегодня велогонки? Нет, к сожалению, не попали. Ирина, скажите, пожалуйста, вы дорисовывали картину или вы начали сначала? Я уже дорисовывала эту картину. Скажите, а что на вашей картине изображено? Можете прокомментировать то, что вы добавили сюда, и то, что здесь уже было? Мы добавили просто краски, ярче сделали картину, да, с моими друзьями. И, в принципе, просто ярче сделали, ничего. А вот надпись «Мы верим» — это вы написали? Нет, это первый человечек, который рисовал. Скажите, вы будете смотреть сегодня бой Виталия Кличко? Постараемся. Будем болеть за него. Проект «Семинал» имеет собственную галерею в центре Львова. Также ведутся переговоры с галереями Киева, Лос-Анджелеса и Москвы. Уважаемые «Семинал» зрители, чтобы более подробно ознакомиться с работами нашей галереи, посещайте сайт garetki.com.